Доброе утро. Гулять по улицам Ханты-Мансийска вдвойне интереснее, когда знаешь их историю. Сейчас мы с вами на небольшой тихой улице, которая находится в центральной части Ханты-Мансийска. Она названа в честь героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Ивана Захаровича Безносского. Расположена она между улицами Дзержинского и Студенческой. Ее протяженность составляет чуть больше 1 километра. В каком году появилась улица, до сих пор сказать сложно. Точная дата не указана в архивных документах. Известно лишь, что примерно в конце 30-х годов прошлого века. До 1957 года улица носила название «Лаговая». Почему такое название? Ну, видимо, жители, строители Остякова Гульска, когда шла застройка, дали такое название по местности, потому что это, собственно говоря, такой лог. И когда произошло объединение Самарова и поселка Остяково-Гульск, возникла такая проблема, что нужно улицы переименовать. В юбилейную годовщину 40-летия революции в 57-м году, 24 октября, выходит указ о том, что переименовать улицу Лаговую в улицу имени героя Советского Союза Ивана Захаровича Безносского. Этот район Ханты-Мансийска неоживленный, машин здесь не так много, да и пешеходов встретишь нечасто. Улица Безносского – улица контрастов. Современные дома соседствуют с постройками 50-х годов прошлого столетия. Но практически на каждом здании есть табличка с именем героя Советского Союза. Иван Захарович Безносков родился в рабочей семье 20 января 1918 года в Тюмени. В родном городе окончил начальную школу. После ранней смерти отца, мать Ивана Захаровича, Елена Яковлевна Безноскова, осталась одна с 6 детьми. Нужда заставила Ивана Безноскова сразу после учебы пойти работать столяром в деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь». В конце 30-х годов, в общем-то, семья Безносковых переезжает в Остяково-Гульск. Дом, в котором он проживал, он находился на улице Мира. Сейчас это район стоянки Югроклассик. Вот. Домик там его находился, одноэтажный, маленький. В Остяково-Гульске, то есть в нынешнем Ханты-Мансийске, Иван Безносков работал судоводителем на катере. Уже спустя 2 года он был призван в армию. В 1941 году мать Ивана ждала сына в отпуск. Но грянула война, и Безносков сразу отправился на фронт. Спустя 2 месяца получил ранение, но после лечения снова ринулся в бой. За выдающиеся военные навыки он стал командиром батальона 333-го гвардейского стрелкового полка 1-го Украинского фронта. Он защищал Москву, освобождал от немецких захватчиков города Польши и Украины. В 1940 году его батальону было приказано захватить реку Одер. Река в Европе протекает по территории Чехии, Польши и Германии. Вот, он участвовал в сражении. В этом спустя какое-то длительное время они все-таки переправились на левый берег, захватили аэродром и 22 самолета, что это позволило советским войскам продвинуться дальше, ближе к Берлину, приблизило нас к победе. Иван Захарович прошел боевой путь от Москвы до Германии. За время войны получил 5 ранений и все 5 раз возвращался в строй. 6-е ранение стало роковым. Врачи госпиталя боролись за его жизнь целый месяц, но 25 февраля 1945 года он скончался. После его смерти сослуживцы написали письмо Елене Яковлевне, матери своего капитана. Уважаемая Елена Яковлевна, имя вашего сына живет и будет жить в части до тех пор, пока в ней будут служить хоть один человек. О подвиге героя Советского Союза, капитана Безносского, знает каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер. В комнатах боевой славы висят его портреты и описание подвига. Воины-гвардейцы никогда не забудут вашего сына, человека, вписавшего золотую страницу в книгу подвигов советского народа. Героя похоронили в селе Желобок Курской области. За подвиги Ивану Захаровичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Память об Иване Захаровиче живет не только в названии улицы. Здесь же, в Ханты-Мансийске, в Парке Победы на Аллее Славы, установлен бюст героя Безносского. Радует, что в Югре помнят и чтут своих героев. Ведь благодаря таким людям, как Иван Захарович Безносков, мы можем ходить по нашим улицам сегодня.